В интернет-магазине Хитсад представлены интересные идеи для оформления сада и дачи. Это уличные умывальники, которые помимо безупречного исполнения своих прямых функций, будут служить полноценным элементом садового декора. Умывальники легко подключаются к системе водоснабжения с помощью гибкого шланга и переходника. Все умывальники выполнены из современного композитного материала – стеклопластика, который идеально подходит для уличного применения. Я приветствую всех на нашем канале. Сегодня я расскажу вам, как красиво оформить уголок, где мы, ну, если сказать просто, моем руки или просто умываемся. Но старые умывальники, старые бочки, в которых кран ржавый, уходят уже в старину. На смену им приходят вот такие оригинальные умывальники. Вот здесь я вам приготовила группу, которая выполнена в березовом стиле. Но поверьте, в интернет-магазине Хитсад на самом деле очень много умывальников, их там такое огромное количество, они выполнены в различных стилях, то есть под любой сад. Вы можете выбрать умывальник в том стиле, в котором выполнен ваш сад. Для того, чтобы ваш умывальник заработал, здесь уже все предусмотрено. Здесь внутри вот этого умывальника проведена вся водопроводная система, вам достаточно всего лишь навсего подключить шланг вот сюда. И в общем-то все. Открываете кран. Вуаля. И вы моете прекрасно руки. Согласитесь, что это не только красиво, но и очень удобно. Заходите к нам в интернет-магазин Хитсад, делайте удачные покупки и декорируйте свой сад. На садовом участке необходим не только для полива растений, но и чтобы помыть руки после грядки или сполоснуть сорванный фрукт. Но труба, торчащая из стены, нисколько не добавляет вашему ландшафтному дизайну изящества. Поэтому производитель садового декора Хитсад предлагает вам пересмотреть решение проблемы грязных рук и овощей с помощью декоративных умывальников. На сайте hitsad.ru ссылка на категорию будет в описании. Вы найдете десятки моделей умывальников в античном стиле. Русском, английском, прованс, с имитацией под бронзу, дерево, камень, кирпич. В общем, посмотрите сами. А сейчас мы вам покажем новинки лета 2018 года. Советую обратить внимание на эту скамейку, которая при вашем желании превращается в два интересных кашпо, которые можно поставить отдельно друг от друга. Thank you.
Декоративные умывальники от интернет-супермаркета hitsa.ru способны придать неповторимый и привлекательный вид приусадебному участку. К тому же, помимо эстетической красоты, умывальники имеют еще и практическое значение, поскольку обеспечивают постоянное присутствие воды на вашем дачном участке. Они позволяют, не заходя в дом, вымыть руки или только что сорванные овощи с грядки. Давайте разберемся, как же подключить такой умывальник к водопроводу. Есть умывальники без встроенной раковины и со встроенной раковиной. К таким умывальникам в комплекте еще идет и сифон для подключения канализации. Подключение сифона аналогично подключению обычной кухонной раковины. До новых встреч и удачных вам покупок в hitsa.ru. Декоративные фонтаны и умывальники для декора садовых и дачных участков. Материал изготовления – влагостойкий стеклопластик. Фонтаны – миниатюрные в виде забавных мишек на дереве, птичек, белок и лягушат. Также предлагаем фонтаны больших размеров в виде камней, валунов, пней, скальных пород. Хитом продаж является грациозный орел с распахнутыми крыльями в натуральную величину. В комплект каждого фонтана входит помпа для циркуляции воды. Все фонтаны работают от сети 220 вольт. Варианты покраски цветные или под бронзу. Умывальники стилизованы под старинные конструкции и натуральные материалы, такие как камень, медь, береста, дерево. Среди моделей есть варианты с тумбой и без нее, с раковиной или с ведерком. В ассортименте HitSat представлены умывальники для дачи стеклопластика или дерева. Уникальные свойства материала придают изделиям стойкость к влаге, прочность и живописный внешний вид. Фонтаны и умывальники на сайте hitsat.ru вы найдете в разделе «Садовый декор». Подписывайтесь на наш канал на YouTube «Hitsat TV».